становится Эйлером. И мы попробуем сейчас то ли вспомнить, то ли написать заново естественное представление функции Эйлера для числа m. Если мы знаем размножение числа m, на простые множители. Каноническое размножение числа m на простые множители. На простые множители. Знаменитая теорема о том, что всякое натуральное число единственным образом складывается на простые множители. В настоящий момент доказываться не будет. Как же нам считать количество чисел от единицы до n взаимно простых сторон? Опять же, может быть, я сейчас не слишком формально строго все расскажу, но я расскажу быстро и понятно. Давайте посчитаем количество всех чисел от единицы до n. Сколько? Ну, нехорошо так писать, что фи от m равно m, потому что, конечно, среди первых m чисел есть числа не взаимопростые. То есть есть числа, делящиеся, скажем, на p1, делящиеся на p2, делящиеся на p3. Ну, давайте начнем лишний раз считать такие числа. Давайте вычтем из общего количества чисел количество чисел, делящихся на p1. Ну сколько? Ну их в точности я возьму на 2. Ну, а есть число, делящиеся на b2. Мы их количество m разделить на b2. Мы их тоже вычислим. Ай-яй-яй-яй, а теперь мы переборщили. Вот представьте себе, что есть число, которое делится и на p1, и на p2. Мы его учли, когда мы считали количество чисел, делящихся на p1. И учли, когда его посчитали количество чисел, делящихся на p2. Поэтому, значит, мы два раза его сосчитали за знаком минус. Надо исправить ситуацию. Поэтому вот, чтобы получилось здесь равенство, нужно добавить m, делящиеся на p1, на p2, m, делящиеся на p1, p3 и так далее. То есть надо добавить сюда все выражения и так далее. M разделить на p и p жить и меньше жить. И опять это не будет правильным ответом, потому что мы посчитали, не учли возможность числа делиться на 3 просто. Поэтому надо прибавлять. Опять сперва мы посчитали с большим избытком, потом приблизились к недостатку, потом опять с избытком, потом опять приближение штуки. Надо написать все слагаемые виды вот такого. Ну и так далее. Если мы учтем, что существует число, делящееся на 3 простых, то потом надо будет учитывать, что существует число, делящееся на 4 простых и так далее. Но у всех этих слагаемых и так далее, у всех этих слагаемых есть множитель m. Вот если мы этот множитель m вынесем за скобки, то что у нас получится? Здесь у нас единица минус. Тут с плюсом дальше будут идти все вот такие вещи, на 1, 2, ну и так далее, минус 1, на p1, p2, p3 и так далее. Сейчас попробуем понять, как эту формулу записать в компактном виде. То, что мы сейчас делаем, на самом деле имеет некоторую аналогию в теории множеств. Фактически мы используем формулу включения и исключения, которая, я думаю, многим, кто... Ну, вообще-то ее надо доказывать, строго говоря. Конечно! Да. Строго говоря, ее надо доказывать по индукции. Не обязательно. Но не обязательно, но надо доказывать. Как-нибудь ее надо доказывать? Ее надо доказывать. Действительно, сейчас не стоит об этом говорить. Я думаю, что давайте мы напишем слова «формула включения и исключения», и просто-напросто, если набрать их в интернете, то доказательство этого можно найти. И обсуждение. Наверняка. Итак, ключевое слово, словосочетание, формула, включение, исключение. Вот если действительно меня все заставляют это доказывать, я начинаю медленно, аккуратно и нудно расписывать.
А нет, она же из минимума Ньютона следует, наверное, 1 минус 1 в какой степени равно нулю. Просто если посмотреть на число, которое делится ровно на k простых чисел из этих, тогда понятно, что оно будет один раз взято, потом оно будет k раз взято с минусом, потом оно будет число сочетаний из k по 2 раз взято с плюсом, потом число сочетаний из k по 3 раз взято с минусом и так далее. И получается формула 1 минус 1 в k. Ну, другое дело, что бином Ньютона это тоже как бы формула, которую надо доказывать, примерно такого же уровня. Ну, в общем, в любом случае это, ну, такая, это понятно. К этому можно и нужно привыкнуть. Поэтому мы сейчас эту формулу запишем в более компактном виде. Вот смотрите, m вылезло за скобки. Фи. M равно. M у нас раскладывается в простые. M. А что же стоит в скобках? Произведение нескольких. Я не хочу произведения. Я не хочу делать это все. Более того, мне он не нужен сейчас, мне он вреден. Здесь стоит некоторая сумма. Правда? Правда. Сумма. Слагаем, у которых знаменатель D. Делитель числа M. D пробегает множество всех делителей числа M. Не всех. Тех делителей, в которых простые, входят только в первых степенях. То есть вот P1 в квадрате, D не пробегает, такого слога его нет. Но мы сейчас это учтем. А в числителе находится минус единица в какой-то степени. Причем это K. Количество простых делителей. Ну, то есть... Количество простых делителей D. Ну, то есть функция Мёбиус. Делители числа D. Я хочу как раз сказать, что в этой формуле естественно возникает функция Мёбиуса, которая учит студентов, как правило... То есть как обычно учат студентов, что такое функция Мёбиуса? Давайте рассмотрим вот такую функцию. Если человек привыкший, ему ничего не страшно, расставить более сложным. D равно единице 0. Если существует простое такое, что оно в квадрате делит d, и минус единица в степени k, если d равняется произведению k, в точности k, различных простых. Эта функция называется функцией Мёбиуса. И при сколь-нибудь внимательном рассмотрении мы как раз видим, что здесь суммирование, значит, вот формула не очень хорошо написана, по D, давайте я, значит, поправлю, значит, пишу под знак суммирования, D состоит из первых простых. Так вот, значит, на самом деле у нас получается фи от m, это если в точности m сумма по всем d, таким, что d делит m, мю от d разделить на d. Потому что действительно наши все слагаемые здесь имеют вид 1 d со знаком плюс и минус. Слагаемые, в которых в знаменателе два одинаковых простых есть, у нас отсутствуют. Ну, так функция Мёбиуса как раз по определению равна нулю для таких слагаемых, они вот, нижние суммы тоже отсутствуют. А слагаемое, в котором k простых, оно присутствует с коэффициентом минус единицы степени k. Таким образом, у нас для функции L есть вот такая вот. Ну, и это, естественно, соответствует формуле обращения Мёбиуса. Конечно. То, что каждое число равно сумме значений в
функции Эйлера по его делителям. Тут прозвучало формула вращения Мёбиуса. Что давайте я сюда перепишу фи. С одной стороны, фи от я это количество чисел от единицы до я. Таких что они взаимно просто с n, и оно уже равно n сумму воды, делящей m на d. Так. Теперь, но я думаю, что у нас публика достаточно посвященная, поэтому я вот это сотру, задам не вопрос. Чем равно такое выражение? Пи квадрат или множество? Пи квадрат. Есть такая удивительная формула, или еще z равно. Какой z? Не будем. Может, сегодня немножко поговорим о цете. Я считаю, что это кстати, формула стоит. Кто-то знает. И будем верить. Хорошо. На этот вопрос ответ прозвучал. Но давай скажем, что это был вопрос номер один. А вопрос номер два. Давайте запишем какую же формулу. Чему равно вот это? Ну, обратно. Прекрасно! 6 делить на пи квадрат. 6 делить на пи квадрат. Ну, потому что если перемножить, то будет единица. Да, я думаю, что вот это я лучше все-таки поясню. Действительно, есть вот такое замечательнейшее свойство. Вот у нас есть один ряд. Назовем его F. S, ну, S так принято считать, давайте не будем задаваться, давайте считать, что S действительное и S больше единицы, а F от N, по-моему, не превосходит единицы, что не возвращает. Я не хочу даже одно слово сказать, что вообще говоря, это не сходится, и там надо доказывать сходимость, но мы сейчас будем считать, что мы прекрасно понимаем, что все эти наши ряды сходятся, и абсолютно сходятся. Не будем упоминать, что такое слово есть. Ну, в общем, итак, второй ряд соответствует какой-то другой функции. Какая-то функция, которая принимает значение, по-моему, не превосходящей единицы. Давайте эти и перемножим. Значит, если мы рассмотрим произведение, то мы его можем вот так вот написать. Значит, я просто написал, ну, только давайте другую переменную сумму, ну, m. Ну, и студенты там первого курса учат, что абсолютные ряды можно перемножать, можно, неважно в каком порядке, так сказать, то есть можно рассмотреть его, так сказать, слагаемый общий ряд, составить какую-то сумму из произведений их, и неважно в каком порядке суммировать, все равно получится одно и то же. Этому учат первокурсников. Давайте, так сказать, вот и сошлемся на то, что общеизвестно, что можно как угодно. Нет, но я суммирую, если нет обратных квадратов. Получится одно и то же. Но я понял, давайте, если перемножу два отдельных, что у меня получится? F от N на G. M, а тут будет M умножить на N в степени S. И я теперь хочу сделать вот такую вещь. Я хочу собрать слагаемые с одинаковым значением произведения M на N, скажем, равным K. Если я все такие слагаемые соберу в одно место, то у меня вот получится такой ряд. Знаменатель K в степени S, а в числителе будет сумма, скажем, по N, делящую k, f от n, g от n, g от k разделить на n.
есть тут роль, тем будет играть К-разделение. То есть я вот это обозначаю за К, и у меня группирую вместе все слагаемые, у которых М и N одно и то же. То есть фактически я суммирую по делителям числа К. И у нас получается вот такая замечательная функция, F свертка с G от K, которая по определению есть сумма по N, делящим K, F от N, G от K разделить на N. Эта штука называется свертка деления функций. Там,
либо 0, либо 1. Мы можем взять все нули. Если мы берем все нули, у нас получается всегда равно единице, от него единица. Мы можем взять одну единицу, а все остальные нули. То есть это простые единицы. Для них функция мёрдуса будет равняться минус единица, а количество таких делителей будет сколькими способами из t чисел, из t позиций мы можем выбрать одну позицию, на которую мы ставим единицу, а на остальную это биномиальное коэффициент c из t по одному. Но у нас есть делители, у которых ровно два простых числа возложения. Для них функция мёрдуса от нашей формулы будет равна минус единица в степени как плюс единица. А такие делители единицу умножить на сколькими способами из t мест мы можем выбрать два места. Ну и тогда это будет минус c из t по 3 плюс c из t по 4 и так далее. Для тех, кто знает геном Ньютона, совершенно ясно, что если единица минус единица в степени t, то есть можно. Можно было бы и без генома. Можно было бы делители разбить на пары. Да. Да. Можно было бы делители разбить на пары. То есть, если есть делитель, да? Ну, скажем, P1 берем. Да. И во всякий делитель P1 либо входит, либо не входит. Мы берем сумму по тем делителям, в которые P1 входит, и сумму по тем делителям, в которые P1 не входит. И видим, что одна сумма от другой отличается на минус единицу. На множество минус единицы. Поэтому если мы сложим, получим. В любом случае у нас получается вот такая штука, что если мы перемножаем два вот эти вот ряда по вот этому правилу, у нас числительно получается вот у этого нового ряда выражение в точности вот этого вот. И оно всегда ноль, кроме случая, когда я равно единице. То есть действительно вот эти два числа взаимоотвратны. Вот отсюда. Что f от двойки умножить на g от двойки равняется единице. Прекрасная книжка, которую я, ну, не то, что из детства, а в полости знаю, но безумно люблю. Это книжка Шклярский, Чунцов, Юхол. Как это называется? Избранная задача математики или задача математических кружков. В серии замечательного библиотека математического кружка. Там невероятно хорошая задача. Ну и многие из них с указаниями. И вот сейчас, кстати, вот эту формулу можно там найти, доказывая совершенно элементарно математические соображения. Я эту книжку очень люблю. Всегда, когда занимался кружком со школы, всегда по многому оттуда решил. Воспользуемся следующими двумя вещами. Значит, что функция Эйлера выражается через функцию Мёрдуса, что такая бесконечная сумма равняется 6 разделить на π квадрат. Ну, и еще мне надо кое-что написать. Еще мне надо кое-что написать. Я думаю, в это поверить тоже какой-то можно будет понять. А вот насколько мы возьмем какое-то число, скажем, m, и рассмотрим конечную сумму по n от единицы до m, мю от n, разделить на n квадрат. И вот такую бесконечную сумму. Насколько они отличаются? Насколько, значит, первое у меня же будет, это не квадрат бесконечного. Определение функции Эйлера выражения через функцию минуса. Второе. 6 на π квадрат. Третье. Если я рассмотрю конечную сумму, минус бесконечную сумму, чего это, как вам кажется, не превосходит? Ну, давайте посмотрим. Значит, я сейчас ответить пишу, почему она не превосходит. Я думаю, одна m-ная. Прекрасно! Одна m-ная. Прекрасно! Конечно. Это то, что надо. Просто очень просто все. Нас интересует остаток. Остаток. Остаток в этой сумме, остаток в этой сумме, это есть сумма от n
равного m плюс 1, m плюс 1 до бесконечности, μ от n разделить на r полов. Но умная квадрат μ разделить на r — это совсем другая история. Это совсем другая история. Это после этого, это ужасно. Это... Но мы можем бывать здесь очень грубо. Функция минус у нас принимает значение 0, 1, минус 1. Поэтому это не превосходит сумму по n от m плюс 1 до бесконечности 1 n квадратовая, да? Ну и простое упражнение, если вы видите, что это не больше, чем 1 mt. Самое простое, наверное, чтобы решить это упражнение, оценить эту сумму интеграла от n до единицы dx разделить на x квадрат, который равен 1 mt. Нет, может легче. Одна n квадратная оценивается как 1 делить на n минус 1. Конечно, конечно! Можно, а можно написать, что 1 k квадратная — это не превосходит 1 k, k минус 1, а дальше суммируется в конечном виде. А это есть. Это мне тоже очень нравится. 1 k минус 1 минус 1 k. И если просуммировать, там все сократится. Чтобы оценить вот это так, интеграла знать не надо. Но как-то по привычке я не удержался, интеграл написал. Хотя я сам иногда пишу интегралы, но не люблю даже одному своему ученику. Я запретил писать интегралы. И когда он в своей статье в какой-то там 4, 5, 6 написал все-таки интегралы, мы подумали, этот интеграл изгнали. Я боюсь, что он ни разу в жизни, по крайней мере, до сих пор в статье интеграла не написал, хотя стал доктором. Может, сейчас написал, по-моему, не писал. Хорошо. Вот все, что нам надо. Вот вся техника.